Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Усаживайся поудобнее, ставь свой большущий княжеский лайк. Выходит спонтанное срочное видео, потому что у меня, у друга, у, скажем так, моего родственника, да, у нас семья в GTA 5 RP, Grand Roleplay, елки-палки, Вендетта, если что, называется. У меня, короче, даже два родственника взяли в лотерейном билете за 150 тысяч выбили новый Rolls-Royce, который стоит на самом деле, ну, достаточно больших денег. И сегодня попытаемся сделать маленький обзорчик на него перед тем, как продать. Но давай сделаем так. Во-первых, расскажу тебе, что у нас есть семья, называется Вендетта. Друзья, мы активно набираем народ. Мы хотим, ёпта, кататься на всевозможные события, и нам нужен большой онлайн. Так что просто берете, если что, вот сюда приезжайте. Но это обычно, ребят, 107, 109, 112 дом. Иногда меняются номера, но тем не менее на карте найти на самом деле легко. Также, если вы еще не играете на этом сервере, переходим по ссылочке в описании, регистрируемся и получите потом по достижению уровня 25 тысяч баксов на халяву. А вот мне поможете, еще и в семью вступите, вообще будет шикарно. Ссылочка на регистрацию будет в описании. Так, давай сразу расскажу, что и зачем и почему. Давай вот сюда посмотрим. Так, посмотреть информацию о транспорте. 95 литров у нас объем бака. Принадлежит Алекс Князь, это я. Но на самом деле мне не принадлежит. Это машина игрока из моей семьи. Называется он Врайт. И тут, конечно, много вопросов, потому что по факту, ну, это же Rolls-Royce, мы это прекрасно видим. Единственное, я не понимаю, почему разработчики не назвали его Rolls-Royce. Может быть, они боятся, что автомобильные компании их возьмут за одно место, там посадят на какое-то изделие из стекла. Я не понимаю, потому что, к примеру, знаете, есть машины, вот как BMW M5, да, и тут они не парились и назвали M5 E60, да. Почему Rolls-Royce назвали именно таким образом, для меня, ребятушки, немножко непонятно. Эту машину можно получить только в одном случае, если вы купите лотерейный билет за 150 тысяч, и вам улыбнется фортуна, и вы возьмете эту тачку, выбить. И сегодня попробуем сделать маленький обзор. Я немножко на ней покатался, попытаюсь вам рассказать, что, зачем и почему. Как бы проедусь. Единственное, да, как бы вы, ребята, можете понять, что я, мягко скажем, не особо миллионер. И, к сожалению, у меня нету сейчас денег ради видео взять и прокачать эту машину на максимум. Ну, потому что это очень дорого. Ценники мы, кстати говоря, тоже посмотрим. И посмотрим, конечно же, сколько будет стоить 1% починки двигателя. Так что вот так вот. Вы спросите, почему эта машина сейчас берет, ребятушки, стоит вместе с моей М5. Все очень просто. Вы просто посмотрите, как М5 выглядит на фоне этого Rolls-Royce. М5 выглядит какой-то инвалидкой. Ну, в плане размера. Ну, в плане красоты, не знаю. Но просто обратите внимание на размер М5. И эта машина мне казалась достаточно, ну, большой, ну, нормальной машиной, ну, стандартный размер машины. И посмотрите на этот Rolls-Royce. Просто такое чувство, как будто она, как бы, просто масштаб изменен. В полтора раза она больше, да, вот я только ради этого сюда выгнал М5, сейчас я ее загоню на парковку, чтобы машину, если что, там не скоммунизили. Ну, хотя с парковки-то ее скоммунизят. Так, ну, просто для приличия, чтобы никому не мешало. Здесь нормально припаркую, и все будет хорошо. Теперь бежим непосредственно, ребятушки, к Rolls-Royce. Там есть прикол, хотелось бы вам его показать. Да, если кому-то интересно, машину мы продаем. Ваши предложения, там, не знаю, пишите в комментариях или приезжайте сюда, продадим. Но пока меньше, чем за 15 миллионов, точно не отдадим. Смотри, что у нас получается. Вот мы оказываемся в салоне. Все красиво, все чин-чинарем там. Невероятнейшее покрытие, колонки, часы, написано... А, стой, смотри, значок Rolls-Royce есть. Может быть, я просто тупой, и я как бы не шарю в модельном ряде, грубо скажем так, Rolls-Royce. Может быть, это именно модель Врайт, может, такая модель в реальности существует. Но вы простите просто, простите эту чернь, простите деревенщину. Я не разбираюсь в марках, в модельном ряде Rolls-Royce, понимаете? Я такие машины только
Последний раз я прикасался к такой машине, когда 15 лет назад подрабатывал на автомойке, и приезжал один из Роллс-Ройсов, и я его мыл. Как бы это мой единственный опыт взаимодействия с такой машиной в реальности, но, как бы, тем не менее, не суть. А смотрим, у нас какая ситуация. Вот такой вот салончик, все чинарем красиво, он, правда, синий, не особо люблю синий цвет, но над салоном люди постарались. Теперь смотрим сюда. У нас получается, ребята, звездное небо. И, как бы, сейчас днем вам показать, это, ну, как бы не особо это сейчас выглядит днем, но каждый раз, когда вы, к примеру, будете ночью заводить машину, обратите внимание, завожу, и у вас звездное небо будет постоянно загораться. Хопа, заглушил, да? Ну, какая-то часть его горит, ну, то есть он просто тупо становится ярче. Я сейчас завожу машину, глушу, и, ну, как бы прикольно, да? Вот, дальше, что мы сейчас сделаем, друзья? Давайте попробуем протестить все это дело на скорость. Я на этой машине уже немножко покатался. Что я могу сказать? Я ее не пытался разогнать еще... на максимум, ребят. Как бы я сейчас, возможно, это попытаюсь сделать. А, и как раз приедем сюда. Починиться там, затюниться и так далее. Ну, сейчас давайте выйдем на трассу. Сразу хочу сказать, что, в принципе, ну, если закрыть глаза на цену, то что у этой машины госстоимость 7 миллионов баксов. Если закрыть глаза на цену, ребята, то, ну, она достаточно хорошо едет, она хорошо управляется, хорошо разгоняется. Да, это не топы, то есть, если даже ее сравнивать сейчас с М5 в максимальной комплектации, очень важно, в максимальной комплектации М5 сравнивать, да, то, грубо говоря, эта машина, конечно же, будет хуже. Что-то меня навигатор как лоха разводит, но не суть. Эта машина будет хуже, чем М5 в максимальной комплектации. Но, извините, М5 это та машина, которая... Ну, цена-качество, наверное, самое лучшее на этом проекте, да. То есть М5, как бы, покупая, да, в любой комплектации, если за адекватные деньги, то ты в любом случае не ошибешься и не потеряешь деньги, потому что она, как бы, каждый свой доллар, она едет, скажем так. И все достаточно хорошо. Вот. Что касается этой машины, для нулевой комплектации, абсолютно не затюненной, ребята, она едет очень хорошо. Да, она, может быть, сейчас не разгонится до 300 км в час. Кстати говоря, мне надо пристегнуться. Может быть, она не разгонится до 300 км в час. Но, опять же, у каждого будет по-разному, да? У кого FPS выше, там стоит редукс, не стоит редукс, грубо говоря, будет быстрее. У кого FPS ниже или прыгает, как у меня, будет медленнее. Я все-таки записываю видео. О, мне уже пишут. Пишут, хотят ресурсы купить. Ребята, если шо, я занимаюсь скупкой ваших ресурсов. Но, к сожалению, сейчас что-то у меня денег нету. Я докачал свой М5. Вот, слушай, что-то сегодня он едет хуже, чем вчера ночью. Вот вчера ночью у меня... Вот, кстати, два человека из семьи. Подожди, слушай, может, у меня... Знаешь, что я думаю? Может быть, у меня... управление транспортным средством. Все нормально. Слушай, что-то 260 км в час только едет. Но в целом, как бы, управление у нее реально... Ой, бля, я сейчас не уеду на ней. Ой, мне надо маску. Ой, вот, ну, дайте мне этот обзор записать. Ну, хотя, может, он там не проколупится, да? Сколько я могу ехать? 120, по идее, да, тут? Не, просто ситуация, как бы, на М5 мне вообще плевать. На полицию, как бы, взял и уехал. А тут эту машину особо не знаю. Едет она там 260 км в час. И как бы вот так вот. Надо нам постараться, ребята, взять и ей процент ушатать. Надо куда-то впиздячиться. Вот, извиняюсь за выражение. Но это надо сделать. Смотри, сейчас вообще 245 едет. Может, какие-то глюки, но вчера она у меня ночью реально быстрее ехала. Управляется она очень хорошо. Что на трассе, что в городе, в особенности, когда ты управляешь такой кобылой, очень неплохо управляется. Вопрос, конечно, в том, что за 7 миллионов она, как бы, без комплектации могла бы ехать и побыстрее. Но, с другой стороны, я думаю, как только ты возьмешь и там прокачаешь хотя бы первый, второй уровень, да, там пройдешься по чип-тюнингу двигателя, там, тормозов и так далее, то, конечно, машина очень круто преобразуется, приукрасится, не знаю, приулучшится, и ты, как бы, офигеешь. Опа,
Смотри, у меня сейчас резко скачнуло, или это из-за FPS, или что, бац, и 280, да, то есть, ну вот как-то это все странно работает. Слушай, давай мне надо ее как-то расхерачить. Блядь, дегенерат, прикиньте. Сейчас буду херачить ее. Блядь, мне кажется, я быстрее себя сейчас расхерачу, чем эту машину. Слушайте, вот согласитесь, когда не надо... Когда не надо, то есть очень легко взять и процент на двигателе снять. Сейчас хрен ты, блядь. Ну снимись ты процент, а? Ба-бам! О! Слушай, ну летает она шикарно. Летает она шикарно. И падает тоже вроде ничего. Ну как бы 7 миллионов стоит. Подожди, ну ее надо сейчас как-то ушатать. Да, еще раз говорю, как бы, ребят, извините. Я бы с удовольствием ее сейчас прокачал бы на максимум. Показал бы, как она едет на максимальной скорости. Но проблема заключается в том, что я бомж. Да, я бомж, денег нету. А если напишу разработчикам, типа, ребята, дайте денежек прокачать машину на максимум, они меня пошлют, наверное, нахрен. Слушай, это, может быть, это танк? У меня, смотри, у меня уже ХП нету, а машина все еще живая. Она, смотри, она даже, грубо говоря, не разбита, у нее вообще все замечательно, как бы. Как будто бы она и не летала, ладно. Так, я пристегнут, все хорошо. Стоп! Нет, плевать. А у нее, смотри, у нее даже анимация, грубо говоря, не меняется. То есть, ну, как бы все нормально. Я думал сейчас на эту горку заехать, но потом испугался, что я попаду на... А, ну вот единственное, что ее начинает сносить, да? И что-то она ехать перестала. Ее вправо тянет. Но как этот сраный этот уровень на двигателе-то сбить? О, давай сюда. Камон! Плевать вообще, 100%! Ну, я предполагаю, здесь, ну, наверное, где-то 1020 должен стоить ремонт двигателя 1%. Блин, ну это же реально жесть какая-то. Вообще пофиг. Короче, ребята, это невероятно крепкая машина. Вы как бы покупаете машину не только красивую, и я предполагаю, если немножко затюнить, блин, как ее вправо тянет. Я предполагаю, если ее немножко затюнить, вот, она еще будет и, ну, реально супер быстрая, супер красивая. Ох ты, ёб твою. Но еще вы покупаете танк. Потому что, как бы, ну, просто я удивлен, почему еще столбы не ломаются. Блять, просто, ну, быстрее я сейчас разлохмачусь, да? Ей плевать, то есть. У нее все хорошо. Как бы, я не знаю, что. Но, единственный прикол, ее жестко сейчас вправо сносят. То есть, прям вообще очень жестко. Ну-ка, давай сейчас... Ну, как бы, в заправку влететь... Извиняюсь, но она там вообще, как бы, машина до свидания будет. Да вообще пофигу! Я бы уже на М5 себе 5% снял у двигателя. Как это работает, непонятно. Здесь пролетим. Еще столб. Полетели немножко. Все нормально, 100% у двигателя. Все хорошо. Все классно. У меня уже ХП нету, машине реально плевать. Ей просто... Вы находитесь в транспорте. Где я нахожусь в транспорте? Жри давай. Короче, ну типа как бы окей. Все классно, понимаете? Я не знаю, сколько стоит проценты ее починить, потому что мне кажется, что это реально танк. Типа, если на этой машине поехать, воевать против ФБР или каких-нибудь БМП, там еще какой-нибудь военной техники, то просто, знаешь, типа, если этот Rolls-Royce врежется в танк, то танку кобздец будет. Он просто улетит во своясь куда-то. Мне кажется, вообще задница. Я бы сейчас с удовольствием подебешил бы народ. Посмотреть, как они подлетают. Потому что у меня пинг хороший, плюс машина крутая. Но, как бы, не хочу такой ерундой заниматься.
Это, я считаю, некрасиво делать специально. Короче, ладно, давай ее отремонтируем и поедем, посмотрим, сколько вообще стоит ее, грубо говоря, затюнить. Что это обойдется по деньгам. И, конечно же, глянем, что... А, ну и глянем, сколько там фары, бампер улучшить, как ее, типа, можно... как ей можно внешний вид улучшить. Так, давай сначала мы... Прёмся сюда. Слушай, вот что мне нравится, я просто вспоминаю те времена, когда, опять же, тот же человек, вот у нас просто есть везунчик, который в казино в лотереях выигрывает, тот же человек выиграл C63 этот Мерс Казика. Ну, такое говно. Ну, реально, то есть, возможно, машина реально классная, C63, но только в том случае, если она будет хотя бы как-то затюнена. Но когда она в стоке, она просто представляет из себя, ну, груду железа. То есть, ей невозможно было управлять, не, там, разгонялась она хорошо, то есть, у нее там максималку можно было добиться 300, но она настолько долго разгонялась, что просто пипец полный, да? Я тут видел в каком-то обновлении, в логе обновления, даже разработчики писали, что они ее там, ну, не то чтобы понерфили, ну, как бы апгрейдили, поменяли ее характеристики, потому можете в комментариях еще написать, как бы, у кого есть C63, как вообще, нормальная машина или нет. Так, смотрим, двигатель улучшить 700 тысяч, тормоза 175, подвеска 105, трансмиссия 140. Слушай, ну в принципе, это не так уж и дорого, если учесть тот факт, что машина стоит 7 миллионов, что у нее ГОСКа 7 миллионов. Ну, я боялся, что здесь будут более жесткие цены. Реально. То есть, ну, плюсом миллиончик накинул, плюс-минус. Я думаю, что она намного круче поедет. Я не знаю, будет ли она брать отметку в 300 км в час. Но у меня, к примеру, я не знаю почему, допустим, у меня машины ездят медленнее, чем у многих игроков, то есть моя М5, там у меня будет ехать так, а какого игрока не спросишь с М5 в максималке, у всех едет быстрее, у меня как-то или из-за FPS, или из-за еще из-за чего, или из-за того, что у меня запись там постоянно включена, и стрим идет, у меня как-то машины походу медленнее гоняют, но в принципе, не так дорого. Я думал, что будет все намного хуже. Вполне реально взять, прокачать на первый уровень и не обламываться. Вот. Ну, как бы, единственное, что я вспоминаю, к примеру, я себе двигатель на четвертый уровень прокачивал на М5 недавно, это стоило 400 тысяч. Вот. Тут, как бы, на первый уровень стоит 700 тысяч. Ну, как бы, извините, эта машина по ГОСКе в 7 раз дороже. Давайте теперь съездим непосредственно, знаете, куда? Вот. Посмотрим внешний тюнинг и вот эта вот вся залупа. Блин, слушай, она управляется, мне нравится. И это, считай, подвеска, ничего, все на первом уровне. Тормозит, управляется, все отлично. Единственное, могла бы ехать чуть побыстрее, да, на стоке. Но управление мне нравится, мне прикольно. Единственное, конечно, что, возможно, вы найдете более крутую управляемую тачку за эти деньги. Как бы это, наверное, 100%, ну, даже дешевле найдете. Но, почему бы и не да. Я вам говорил, что я поеду в тюнинг, но, ребят, я не выдержал. Короче, я решил потратить последние деньги. Сука, моя бизнес-империя рушится. Я все деньги в ресурсы вкладывал. А в этот раз взял, психанулся, М5 докачал. И сейчас куплю 2 лотерейных билета. Даже 3. Ай, короче, гулять так гулять, ёптую. Давай... Заново начинаем. Покажите товары. Эх, так, что у нас тут? А где билеты? А вот у нас. Это за 10 тысяч купить. И это за 150 купить. И еще один купить. Короче, просто... А, и давай еще за 10. Просто буду как бомж. Давайте. И все. И больше никогда я здесь не буду какую-то фигню пытаться купить и так далее, да? Вот. Просто сейчас при вас купил, при вас возьму, обосрусь, это где-то на 300 тысяч. У меня осталось 333 бакса, то есть, и как бы все, я бомж, вот, давай. Вот это вот, использовать. Нереальные призы, да, ну давай. Че это? Это, типа, затираю, да? Окей, портфель.
Большая коллекция для победителей. Бэнк Бэнк. Крутые вещи с крутым шансом. Ну окей, затер портфель. И чё? Типа я не выиграл ничего, да? Или я должен... Ага, я должен отгадать, где там находится портфель, типа, да? То есть у меня ничего не получилось, как я понимаю. Или что? Я что-то не понял. У меня же там совпадало. У меня там был портфель. Ну да, как бы. То есть я должен сам взять, грубо говоря, и отгадать. Но это бред. Обычно, ну, лотерейные билеты так не работают. Ну давай использовать. Ну давай, к примеру, портфель. А, и все, типа, и все. И как бы обосрался, да? Замечательно. Замечательно. Все, 20 тысяч нахрен. Окей, а что, здесь такая же система? Окей. Машина. Ну и, допустим, здесь. И я обосрался, да? Она была рядом, понимаешь? Она была рядом, сука! Вот тут как бы еще, типа, ты должен быть невероятно, знаешь, интуиция у тебя должна быть суперская. Ну ладно, давай, короче, плевать. Здесь что? А, какая-то сраная маска, да? И Ламборгини. Сука! 300 тысяч пошли в пень! Ай, ладно, короче, окей. Окей, давайте поехали. Ну нет, ну чё, пытка не пытка. Я, наверное, если бы, грубо говоря, у меня была интуиция лучше развита, я бы, конечно же, взял бы и выиграл бы себе такую же машину. Ладно, поехали, посмотрим, что там как по тюнингу. Так, заезжаем, смотрим, что у нас тут по прайсам. Колеса. Колеса. Хочешь поменять колеса, ёпта? Плати 787 тысяч. Ну, как бы, да. О, тут, смотри, есть оригинальные колесики, да? 787 тысяч. А, еще, знаете, в чем прикол этой машины? Я забыл вам рассказать. Она двухдверная, но по факту она четырехместная. То есть в ней может сидеть 4 человека. И, кстати, очень большой багажник, я вам покажу. Да, короче, тут дофига оригинальных дисков. Сука, под 800 тысяч. Так, Синон. На нее поставить 105 тысяч, не так дорого. А вот цвет фар 787 тысяч. Турбина 157 тысяч, еще адекватно. Тонировка 300 тысяч. Ага. Цвет транспорта поменять 52 тысячи. Ой, ты посмотри. А, ты тут еще несколько цветов можешь менять, да? То есть вот тут как бы... Можешь... Блин, ну черная вообще злая. Вот, черная злая. Цвет транспорта 2. А это крышу. И смотри, здесь какая-то крыша, то ли деревянная, то ли еще что-то. То есть, ну, прикольно. Вот, дополнительный цвет, это что? Это непонятно что. Покрытие. Так, блин, у меня колесико мышки сломано. Покрытие. О, да, тут, ну, как бы покрытие тут все стандартно, да, 52 тысячи ты отдаешь. Подсветка. Подсветка, ребята, 628 тысяч стоит. А, еще прикол, я тут пытаюсь листать, а по факту, тут больше ничего нету, ты не можешь тут ей бампера какие-то сделать, ты, по сути, ничего не можешь, ты можешь диски изменить, ты можешь ей там покрытие изменить и так далее, но очень стандартная фигня, даже нету никакого бампера, да, другого там тюниного или еще чего-либо, а с другой стороны, как бы разработчики нам говорят, ты что, охренел, это и так супер красивая и эксклюзивная машина, ну, как бы, ценники вы примерно видели. Тут, знаете, тут ценники такие, или 100 тысяч, или 750 тысяч. Вот, обратите внимание на багажник. Вот. Ну, кстати, не до конца открывается. Блин, бедный багажник. Мест реально много. Ну, а на этом все, я буду с вами прощаться. Пожелаю вам огромнейшую удачи. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ёпта, хотел сделать видос на 10 минут. Получилось, как всегда. Пока.